Установили 21 час. Радио России. Свое информационная программа «Вести». Здравствуйте. В студии Дмитрий Борисов. В этом выпуске «Воздух чистый, свеж». В Грозненскую школу, где был распылен отравляющий газ, дети придут в понедельник. Четверых рецидивистов, совершивших дерзкий побег из колонии под Иркутском, ищут в столичном регионе. А в столичном же регионе следователи ищут женщину. Она может быть причастна к убийству артиста московского цирка. Подробности.